Мальдивы — это россыпь прекрасных, красивых островов, это порядка 2000 островов, которые расположились в теплых водах Индийского океана. Есть большое количество отелей на планете Земля, которые славятся своим уровнем обслуживания, тем, имеют они свой выход к прибрежной зоне или не имеют. Но вот отели, которые находятся на Мальдивах, это абсолютно другие отели. Представляете, это отели, которые не просто имеют какой-то выход к морю, просто эти отели имеют собственные острова. Это все просто. Собственные острова, в которых находится один отель. И когда мы будем являться с вами гостями этого отеля, гостями этого острова, навстречу к нам будут выходить, когда мы приедем с вами туда, топ-менеджмент отеля, который будет встречать персонально нас, персонально лидеров компании Coral Club, для того, чтобы приветствовать и сказать о том, что они будут делать все для того, чтобы отдых лидеров компании Coral Club проходил на высоком и высочайшем уровне. Мы смотрели ролик по кранам, мы вспоминали то, как это было. И вы знаете, я хочу сказать, что есть отдых, который себе, ну, не всегда можно позволить, соответствие, он не является соответствующим твоему уровню доставки. Вот отдых, который был в Каннах, я с уверенностью могу сказать именно такой. Почему? Потому что люди, ну, не так много людей, которые могут себе позволить поехать на Лазурное побережье, остановиться в лучшем отеле Лазурного побережья, бывать в лучших отелях, ресторанах, смотреть и посещать те места, которые действительно, ну, являются уникальными. И экскурсии, которые у нас с вами там были, они были действительно эксклюзивными и уникальными. Но Мальдивы – это будет отдых, который могут позволить действительно только очень состоятельные люди. Для чего это делает компания? Ну, немножко о бюджете. Этого отдыха, и причем я сейчас буду говорить в, знаете, вот, да, естественно, в долларах, чтобы всем понятно было, на пару. То есть вы понимаете, да, что человек, который добился уровня и того уровня признания, когда ему оказывают, и он может выехать на Мальдивы, он может с собой взять любого близкого с собой к себе человека, для того, чтобы разделить с ним эту радость, которая будет там. И вы представляете, тот бюджет, который мы закладываем на это мероприятие, это от 10 до 15 тысяч долларов. Это на 2 человека. Это миллион, в среднем это 800-1 миллион рублей. На всякий случай, я хочу напомнить, что это в среднем в большинстве городов Российской Федерации это уровень недвижимости, стоимость той недвижимости. Если мы говорим про дорогие автомобили, вот мы говорили про Mercedes, это половина стоимости действительно крутого автомобиля. И теперь хочется, чтобы вы именно на это обратили внимание, для чего делает компания, для чего организовывает круиз, для чего организовывала Канны, для чего организовывает Мальдивы. Потому что я уверен в этом и говорил, и буду продолжать об этом говорить. Границы мечтаний раскрываются. Когда ты оказываешься в месте, в котором ты, в принципе, не мог бы себе позволить, потому что, ну, действительно, уровень дохода и уровень отдыха здесь не совпадает, ты понимаешь, у тебя открывается картинка, ты понимаешь, что нет ничего невозможного, ты понимаешь то, зачем можно идти дальше, для чего жить, какой уровень достатка, какой уровень комфорта ты хотел бы обеспечить себе, своим близким. Это очень ценно. Потому что картинка и вот то видение будущего, оно позволяет каждому из нас двигаться вперед, делать, как Наталья Михайловна говорит, делать, делать и делать. Так вот, Мальдивы. Мальдивы – это 100% королевский отдых. Я хотел
заострить ваше внимание на следующем. Представим, что мы уже в 2018 году. Это апрель 2018 года. И те люди, которые попали туда, те люди, которые отдыхают на Мальдивах. Утром мы просыпаемся под приятные звуки воды теплого Индийского океана. Солнышко светит. Вы выходите, завтрак уже накрыт. Рядом с вами человек, который дорог вам, с которым вы хотели разделить этот отдых. Вы купаетесь, вы плаваете, вы отдыхаете, вы загораете. Теплый песок, кристальная чистая вода. Днем вы посещаете, у меня даже язык не поворачивается сказать, спа-салон или... Это, знаете, это сродни, я бы назвал это храмом красоты, релакса, обновления тела и всего остального. Вы полностью расслаблены. Вечером для вас под открытым небом, где нет никого, кроме вас и того самого дорогого человека, с которым вы там находитесь, прекрасный ужин накрыт. Вы сидите, вы наслаждаетесь всем тем, что происходит, и в этот момент времени вы берете пульт, и на нем написано «Время». И вы останавливаете и ставите на паузу все то, что происходит, потому что все то, что происходит там, хочется действительно поставить на паузу, чтобы это длилось вечно. В этот момент вы общаетесь с близким для вас человеком и говорите: «Слушай, а ведь жизнь удалась на самом деле». И вы вспоминаете все то, что с вами происходило на протяжении 6 месяцев, которые предшествовали этому отдыху королевскому. А что происходило? Это форум 2017 года. Это 10-тысячный зал. И на сцену приглашают вас. Вас чествуют. Вас благодарят. Вас признают. На сцену приглашают ваших людей. Тех самых двух, которые поверили вам и пошли вместе с вами. И вас переполняет радость, потому что это не только ваш успех, это успех этих людей. Вам и вашим людям дарят автомобили. Что происходит дальше? Дальше февраль 2018 года. А что у нас в феврале 2018 года? Кто помнит? Мастерские каникулы. Я не знаю, где они будут проходить. Но мы уже понимаем с вами, что это бренд. Это будет одно из самых лучших мест в мире. Вы отдыхаете в кругу большого количества успешных лидеров, коим и сами являетесь. Вы разделяете эмоции, вы разделяете радость. И вот апрель 2018 года. Вы сидите вместе с тем самым дорогим человеком, вы ужинаете, поднимаете голову к небу и смотрите, что оно усыпано звездами, и вы говорите: «Но ведь стоило 1,5 года поработать, ведь стоило иметь фокус на этом для того, чтобы ощутить то, что ощущаю сейчас я. И ведь это все стоило, потому что это войдет не только в историю вашего рода, это войдет в историю компании «Коротко». Итак, дорогие друзья, я призываю вас окунуться и составить свою картинку будущего, как раз смоделировать тот отдых, тот королевский отдых, который предстоит вам. Как вы его видите, точно так он и будет в реальности происходить, потому что это возможно. Пожалуйста, на экран. Представь себе самое прекрасное место на Земле. Такое место, где ты всегда мечтал оказаться. Где мир
существует только для тебя. И ты способен остановить время, где ты можешь ясно ощутить дыхание и неповторимый ритм жизни. Яркое согревающее солнце отражается в кристально чистой бирюзовой воде. Ласковый морской бриз и мягкий бархатный песок потрясающих пляжей нежно обволакивает твое тело. Представь себе великолепные роскошные интерьеры и самую изысканную кухню, доступную только избранным. Безмятежность, покой. И в этой гармонии ты особенно чувствуешь желание жить. Жить красиво, жить по максимуму, отдыхать по-королевски. А теперь представь, что такое место уже есть на земле, и ты там будешь. Мальдивы. Весна 2018. Coral Club. Избрав цель, иди к ней всем сердцем. Прежде чем пригласить на эту сцену человека, который расскажет вам, как реализовать это, я хотел поделиться с вами кое-чем. Вот смотрите, для чего на этой сцене были люди, которые рассказывали про мастерские каникулы? Для чего я сейчас здесь стою? Для чего вот такие красивые образы создаются? Для того, чтобы вы могли действительно для себя выбрать, ваше это или не ваше, для того, чтобы вы могли сфокусироваться на этом. И я знаю, как происходит, когда тем более эта цель все-таки среднесрочная, она как минимум будет вместе с вами 2 года. Ключ к успеху – это фокус. Многие лидеры об этом говорили. Если вы возьмете это в голову, если вы сфокусируетесь на этом, если вы каждый день будете делать, пусть даже немножко, но то, что вас приведет к этой цели, я 100% знаю, значит, результат будет. Есть еще один момент. Это называется, когда, а эти моменты будут, когда с какой-то сложностью по ходу движения к этой цели вы будете сталкиваться, ваш мозг, который отвечает за безопасность всего того, что с вами происходит, за то, чтобы вы находились в зоне комфорта, он будет вам говорить: а зачем тебе это надо, в принципе? Ну ладно, ну Мальдивы, ну хорошо, ну ладно, автомобиль, там круиз, там и так далее, и так далее. Тебе это надо? Ну заработаешь деньги, купишь себе сам. Или же, ну это такая преграда передо мной, я сейчас не смогу пройти этого. Я хочу сказать, что Вселенная дает тому, кого проверяет, готовы ли мы взять то, что уготовано для нас. Поэтому у меня есть большая просьба к вам, я хочу поделиться с вами этим. Когда поставили перед собой цель, сфокусировались на этом, не отклоняйтесь от нее. И то, что вам будут говорить ваши мозги, вы просто-напросто скажете: стоп! Вы работаете для того, чтобы я достиг этой цели. И мы в данном случае будем целостны и будем идти к ней. Поэтому вот эти слова, особенно для тех людей, которым действительно, возможно, по ходу движения к этой цели будет сложно, вспоминайте о них и возвращайте себя к тому фокусу, который вы взяли здесь. К тому фокусу, который вы взяли здесь. Спасибо вам большое! И сейчас, с большим удовольствием, я хочу пригласить на эту сцену человека, который не просто сможет рассказать, как прийти к Мальдивам. На самом деле, человек, который не просто сам, но огромное количество команд приводил к успеху, слово которого...